что-то делать, лишь бы ничего не делать. Так, тихо, домик падает, Лёва. Подготовка к дню рождения. В принципе, можно. Но сейчас это не ремонтируем. А если что-то придумать? Да ничего. В данной ситуации. Happy birthday to you. Вот взять такие. Все, мы собираемся. На палатках будем отдыхать. Вот так вот. Взяли. Ладно, тут у тебя дыши. Тихо, лежи. Спрячься. Не, я так хочу. Так вот и утрамбуем сейчас. Дед. Рома, а у тебя пауэрбанка нет, заряда не брал? Пауэрбанк не брал, заряжен? Там в машине зарядим. Сегодня стоим в палатке. Мне 32 года, мы ни разу не ходили с палатками. Ни разу. Ни разу не был дикий отдых. И ты мне говоришь о комфорте. Всю жизнь это были отели или дома. Соответственно. Соответственно. Мне так неудобно. Сегодня 1 вересня, день народження Геннадія Прокофьевича. Вітаємо вас. Алло. 23-й рік. Їдемо перший раз. Куди? З наметами. З наметами біля річки. Починаємо наш рух мандрівника. Ну, повторі ще раз. Ні, не повторити вже не то. Де? Вот это все. Пельмені, где костер? Где все вот это, а? Море, да? Да, где море? Едем. Все, короче, приехали мы. А? Чего ты вот приехал? Если я $4 купил нож, у нас все же баштрички, а домашний выкину. Хорошо. Лишь бы испортить настроение. Откройте мне нож. Палатку поставили. Уже. За швидко. Рома, насос, а он снег идет. Ну возьмите, все есть, все в машине. Угу. Вот так у нас полянка. Иди переодевайся. Да. Ты говорил, что уже будет. Рома, они переболели только. Вот да, Соня, да, не заходи глубоко. Вот так вот и стой. Я не пускаю ее в воду, тут глубоко. Водичка! Я тоже хочу. Иди переодевайся, что ты хочешь. Ты мне поможешь? Ну, он дедушка есть, есть мама. Ты же отказался только что, я тебя звал. 3 раза. Ага. Я строил. Видишь, что я построил? Да, видел. Моя. Тут 2 острова. А жилет вообще-то удерживает в глубину. Ну там холодно. У меня жилет, который ну что, ненормально. Нормальная водичка. Сейчас папа, идем кушать. Папа, ты видел? Нет. Деревянная ложка, деревянная вилка. Чего? Ну не пластик же есть ты. На счет 3 будем 5 именинников. О, так легче, потому что щурится неприятно. Мама, не, дай мне еще в кармане. Когда будет торт, мы будем петь, да? На счет 3 будем петь имениннику. Правым. Сырок. Но нужно сначала торт нанести. На счет 3 будем петь имениннику. Спасибо. Хорошо. Ты будешь так, пока мы будем ходить, так и будешь снимать? Сначала, но нужно сначала вообще-то ну что, пап, нанести торт. Тихо, Соня. Тихо, взяли бокалы, я дедушке тост говорю. Берем бокалы. Так? Да. Ну что, пап, с днем рождения тебя. Да. На канадской земле. Мог ли бы ты... На даже... родной канадской земле. Мог ли ты подумать 10 лет назад, что стойте, ты будешь праздновать стойте, свой день рождения? Стойте, Лёва, не перебивай. Перебивать нельзя. Надо сперва петь песню. А потом... Я скажу тост, а потом споем. Окей. Okay.
Сбил меня. Так вот, на могли ты подумать 10 лет назад, что ты будешь в Канаде встречать день рождения еще и на речке, впадающей в озеро посреди леса? Думаю, нет. Поэтому я желаю, чтобы все следующие повороты судьбы были только приятные. Финансово, эмоционально, по здоровью, по всему. Чтобы, говорят, счастливый человек не тот, кто прожил яркую молодость, а тот, кто прожил очень яркую старость. Так вот, я тебе советую, чтобы каждый год был ярче предыдущего. Давай, у тебя. Тогда старости спасибо. Еще. А надо теперь дожить. Лёва, поём. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear дедушка. Happy birthday to you. Thank you, my darling. Мне нужно сказать, сколько ему лет. Мы будем долго считать, Соня, уже мясо как остынет. Тебе, Соня. Так, опа. О, клюе? О, давай, тяни. Вот это улов. Вот это хорошо пошло. Не, вы серьезно? Я надеялась, что вы не брали. Так это оно приплыло, Оля. Поймали. Давайте мы договоримся так. Если вы сегодня напиваетесь, я забираю детей, сажусь в машину и уезжаю домой. А вы ночуете в палатке? Лёва, не трогай сокиру. Так. Нет, пиво пока поставь. Не надо, пить сейчас джин. Вы будете от одной бутылки пить. Сильнее. Давай, сильнее. Мы будем очищаем территорию для домика родителей. Пивасик, просыпайся. Пивасик. Именинник, пивасик. Пивасик. Во, папа идет. Как? Прохладненько. Не крути камеры, пожалуйста. Держи вот так, стой. Мам, ноги нужны. Тебе не больно? А? Тебе не больно? Не, не больно, но холодно. Мам, зачем мы взяли мой купальник? Мам, зачем мы взяли купальник? Все, хватит. Жилет, что такое? И... Хватит. Выходим. Нормальная водичка. Мам, зачем мы взяли купальник до этого, да? Мы думали, что вода тут. Ну что, наши охотники? Уже бы поймали бы, да? Куси. Да, смотри. Это ощущение. Соня знает, что. Пап, ощущение отсюда. Наши рыбачат. Кто-то спит. Канада. Лёва рыбача, дід пішов купатися, вот так вот. Я тут заклеил, нагрів. Короче, что-то с айфоном. Красным трохи снимаю. Он рыбу пригоняет к берегу. У нас даже светлофор тут есть. Мне кажется, работает кто-то с светофором. Ну как, холодно? Ой. Порезал? Все. У меня спирт есть. Вода течет. Я не смогла залезть в холодно. Ну понятно, что ты не смогла. Ты много чего не можешь. У тебя один отдельный, вот почему.
палатка, это квадрат. А мы вообще пиздим. Спать будем. Потому что у меня маленький. Я тоже еще сделаю. Капитан умел, но он... Ой, еще другие вообще-то с музыкой в школе, да? Мама машину. Короче, не витримали. Батько. Мати. Зібрались, ми їдемо додому ввечері. День народження прийшло на ура, без алкоголю, як Оля й хотіла. Безалкогольна свадьба, безалкогольний день народження, безалкогольний новий рік. Я вам такого не бажав. Льов, ще дійшов от сюди, клич, клася, пішов, ще дійшов от сюди. Вот щетка. Давай еще. О, нормально. А ну ты, Лёва. Мама, еще чуть-чуть.